Вы строите атомную станцию, такую же, как мы построили или заканчиваем строительство в Островце. Первый блок, который будет введен вот буквально днями. Это очень важно для Венгрии. У нас есть колоссальный опыт совместного строительства с россиянами этой атомной станции. Я скажу больше, мы ее построили, наши строители сами, под патронатом и инжиниринговым контролем Российской Федерации. Поэтому у нас есть опыт строительства и создания. Россияне очень довольны нашими строителями и приглашают нас строить за рубежом такие станции, прежде всего в Египте. Если вам нужна будет консультация и помощь, строителей, я думаю, у вас своих хватает, притом классных строителей, я думаю, вы сами справитесь. А вот с нюансами строительства подобной станции, я думаю, вы воспользуетесь нашей помощью и поддержкой.